Доброго дня! В ефірі програма «Це вас хвилює». В студії працює Олена Клепа. Сьогодні ми поговоримо про одну із найбільш хвилюючих проблем нашої області, а саме про сміття. І, зокрема, як молодь бачить вирішення цієї проблеми. Сьогодні у нас в гостях Олександр Єгоров. Вітаю вас! Доброго дня! Зовсім скоро відбудеться всеукраїнський фестиваль «Чисто фест». От розкажіть нам, будь ласка, про нього. Що це за фестиваль? «Чисто фест 2017» является самым масштабным на территории Украины культурно-экологическим фестивалем. Главной целью «Чисто феста» является доказать и показать гражданам Украины, насколько важно ответственно относиться к вторичным отходам и вообще зачем нужно разделять наши отходы. И хочу еще сказать то, что «Чисто фест» это вообще единственный фестиваль на территории Украины, который идет под патронатом Марины Порошенко, жены президента и кабинета министров Украины. Вот, кстати, для нашей программы вы предоставили видео, да? Да. Видео, которое сейчас будет в прямом эфире, оно было сделано в прошлом году национальной командой Украины, организацией Let's Do It Ukraine, которая входит в организацию Let's Do It World, которая объединяет 113 стран мира. Это является одной из самых больших организаций, экологических организаций. Ну тогда я предлагаю нам всем посмотреть сейчас этот небольшой видеофрагмент. З висоти пташиного польоту все так гармонійно і виглядає ідеальним. Але якщо глянути вниз, ми бачимо цю картину щодня. Для змін потрібна ініціатива тисяч людей, які працюють над збереженням чистоти під гаслом «Let's do it, Ukraine». Доки всі українці, старі, молоді, багаті, бідні, як ми не змінимо менталітет, ми не змінимо нашу навколо середовище. Я знаю точно, що сьогодні ми підняли дуже багато сміття з нашої землі. І вірю, що їй стало легше. Let's Do It Ukraine – це всеукраїнський рух, який реалізовує різноманітні соціальні проекти, мета яких – сформувати національну культуру чистоти та дбайливого ставлення до довкілля громадян. Головний проект – це щорічна весняна всеукраїнська акція «Зробимо Україну чистою разом». Ми прибрали дуже величезну локацію. Конкретно сьогодні ми прибрали гідропарк. Минулого року це був Труханів острів. І я вам скажу, стільки людей я ще на гідропарку не бачив. Акція 2016 року охопила понад 5 тисяч різноманітних локацій, об'єднала 700 тисяч волонтерів та близько 5 мільйонів учасників, які в один день вийшли разом на прибирання по всій території України. Тисяча людей прийшли, тисяча і тисяча людей працюють зараз по всій Україні, і Організація Об'єднаних Націй це, звісно, підтримує. Зробимо Україну чистою разом, показує всем, что надо продолжать такую деятельность каждый день у себя дома, в своей семье, около своего дома, в своем городе. Організація Let's Do It Ukraine – учасник загальносвітового руху Let's Do It World, що об'єднує понад 14 мільйонів людей в 112 країнах.
Тобто ми входимо в топ-5, і це дуже круто, за що я дуже дякую нашим громадянам України. Але, можливо, ми входимо за топ-5, тому що ми дуже багато смітимо. От задумайтесь про це і давайте не смітити. Як вдячність всім волонтерам, щорічно проходить екологічний фестиваль «Чисто Фест». Економації та розробки, різноманітний формат, зіркові амбасадори, здоровий активний відпочинок, організовані виставки, майстер-класи та просвітницькі розваги для дітей і дорослих. Я дякую кожній людині, яка сьогодні вийшла на перебирання. І взагалі всім людям, які не смітять. Я вірю, що нас настільки багато, що Україна невдовзі стане чистою. Сюди не приходять професіонали, але, власне, тут професіоналами стають. Всі ці люди об'єдналися заради мети просто робити тут і зараз, а не чекати, що хтось прийде і зробить за тебе. Я диджей Анна Лі, і від всей душі прошу вас не мусорити у нас в місті, не мусорити в тому місті, де ви знаходитесь, і беречь нашу планету зелену, красиву, чисту. Це наша країна. Давайте оставимо її чистою. Я хочу закликати всіх приєднуватись до Let's Do It Ukraine. Це платформа для саморозвитку, об'єднання різних людей і робити наше життя гарнішим кожного дня. Україна починається з кожного. Сформуємо національну культуру чистоти разом. Сьогодні ми говоримо про фестиваль «Чисто Фест». І одразу до вас запитання. Чим відрізняється взагалі фестиваль, який пройде у нас в Миколаєві від попередніх років? Адже це не перший рік він проходить. Звісно, це вже не перший рік, але саме головне отличие 2017 року – то, що національна команда України об'явила то, що всі 23 області, крім Київської, все 23 області України будуть соревноваться між собою за звання лучшого чисто феста, лучшого фестиваля в Україні. Також в основному фестиваль «Город, который победит» получит, я не знаю на самом деле ще какой приз, так как, да, національна команда решила ставить это ще в виде сюрприза, но приз как минимум получит не только команда, а главное это будет подарок именно для города и для области. Насколько сложно было собрать команду для подготовки фестиваля и вообще, что это за команда? Я скажу честно, то, что найти команду на Чисто Фест оказалось, наверное, не так трудно, так как я также являюсь еще директором, нет, я также еще являюсь директором Всеукраинского литературного клуба «Феникс», и уже в культуре не первый год. У меня есть очень много знакомых также по Николаеву и по всей Украине, и мы решили собраться командой и показать нашим людям, нашим гражданам Николаева то, что мы можем, то, что мы экологически образованные люди, и мы действительно хотим выиграть в 2017 году, так как победа в первом году, в первом состязании между всеми областями Украины, это будет просто самое красивое, и это запомнится. Также хочу еще сказать то, что в основном я не могу сказать то, что это будет соперничество, так как мы объединены одной целью – сделать Украину чистой вместе. Кстати, вот сделать Украину чистой вместе. Я знаю, есть такая акция. Чем отличается вот эта акция и вот грань между чисто фестом?
Да, значит, организация Let's Do It Ukraine идет по двум направлениям. Это акция «Зробимо Україну чистою разом» и всеукраинский экологическо-культурный фестиваль «Чисто Фест». Цель «Зробимо Україну чистою разом» этой акции – это 29 числа пройдет самая массовая уборка Украины по каждой области. В Николаеве центральная локация – это будет пляж «Намыв», и волонтеры Николаева и области съедутся на Намыв в 10 утра и будут его убирать. Также 29 числа будут убираться по всему городу, и каждый населенный пункт области тоже будет убирать свое село, деревню, где будут жить люди, так как в Николаевской области в этом году около 25 тысяч волонтеров. Но для них главная цель – это убрать нашу область, а из других городов вообще убрать свои области, а вообще всю Украину. А главная цель для Чисто Феста – это показать гражданам Украины, насколько важно ценить окружающую среду и вообще зачем нужно разделять наши отходы и зачем нужна переработка. То есть это не будет просто сбор какой-то? Нет, это не будет просто сбор, так как Чисто Фест – это главное показать с помощью культуры, с помощью творчества ценность нашей природы. Кстати, о культуре. Что будет? Какие, может, мероприятия, какие украшения этого фестиваля? Я, наверное, сейчас... Секрет? Нет, это не секрет. Я просто сегодня открою впервые, наверное, для всех наших жителей Николаевской области, что будет у нас на Чисто Фесте. Будет у нас эксклюзив. Во-первых, это мы начинаем с 13.00, и начало у нас будет с детской программы. Это будут детские зоны различные, также с 13.00 начинают работать мастер-классы. У нас будет около 15 видов различных мастер-классов, начиная от изготовления монет с помощью наковальни и заканчивая различными там плетениями фенечек. И также каждый мастер-класс у нас будет связан немножечко с экологией. Также с 13.00 у нас будет ярмарка. Там тоже будут различные виды. Это будут и продажи. Ну, хочу сказать то, что будут продажи за смешные цены. Наверное, там не больше там 15 гривен, я думаю, там ничего не будет выходить. Это будут и бисероплетения, что-то связанное с экологией. Это будут и куклы, сделанные нашими хедмейщицами, тоже сделаны там различных размеров, которые тоже будут связаны с экологией. Еще очень-очень-очень много разных видов на этой ярмарке будет. Также с 2 часов до 3 у нас пройдет фестиваль спорта, мини-фестиваль спорта. К нам съедутся большинство секций нашего города, где мы покажем то, что мы не только связаны с культурой и творчеством, но также для наших жителей города наши спортсмены покажут показательные выступления, и на своих локациях наши жители города увидят, чего достигли наши спортсмены нашей области. Также с 2.30 до 3 у нас пройдет, это будет наша изюминка, это будет официальный парад яхтсменов, так как наш фестиваль будет проходить на Нижнем Баме 29 апреля с 13.00 до 21.30. Вот с 2.30 до 15.00 все, кто захочет, смогут выйти на пешеходный мост и посмотреть, как практически все яхтсмены нашего города пройдут очень-очень красивым парадом по нашей прекрасной реке. Также потом у нас будет для детской зоны это будут и ростовые куклы, и также нашими партнерами является компания мороженого «Шисхол», где они нам предоставляют целый холодильник бесплатного мороженого, где наши детки смогут полакомиться такой вкуснятиной. Также одна из туристических фирм «Хан Тенгри» покажут для жителей нашего города на нашем фестивале отдельной локации. Это будут гладиаторские бои, плюс это будет веревочный городок, он тоже связан с экологией. Это будет очень интересно. Также пройдет с часу дня до 9.30 мини-фестиваль еды. У нас будут различные кафе, и одним из самых главных наших таких тоже сюрпризов это будет
шоколадница наша, которая находится возле сотки, она называется Пан Шоколатье. Значит, ее директор приедет и... Сначала у нас там будут блины с шоколадом, там будет шоколадный шашлык, там все очень классно будет. Но под конец дня он сделает сюрприз для наших жителей города и для волонтеров фестиваля и вообще организации Let's Do It Ukraine в Николаевской области. Это будут деревья разных размеров в 3D деревья из шоколада и также различные листочки, ну, тоже. То есть... Для нас экология 29 апреля это будет все, потому что мы прекрасно понимаем, насколько важно нас убирать в нашем городе, насколько мы хотим просто видеть Украину чистой. И также у нас будут различные фотозоны, будет у нас несколько проектов, к примеру, таких как батарейка «Вутель», тоже будут показывать, чего они достигли за свои годы существования. Также будет электромобили. Там тоже можно будет посидеть, пофотографироваться. Но тоже электромобили мы уже показываем, то, что они тоже помогают сохранить нашу окружающую среду. Это уже намного лучше, чем на бензине. Я сейчас знаю, что будет награждение, да? Да, самые драйвовые, самые классные волонтеры, как и Чисто Феста, так и акции «Зробимо Україну чистою разом», будут награждены на уже открытии фестиваля. Это будет на концертной программе, которая пройдет с 18:00 до 21:30. Мы еще выбираем время, когда у нас пройдет награждение. Это будет или в начале, или уже под финал. Кстати, у нас в финале будет очень классно. У нас будет финальная песня, когда и во время этой финальной песни соберутся все выступающие, и будут очень красивые эффекты с помощью холодного огня и еще другой пиротехники. Но это люди, когда придут, увидят, насколько это будет красиво. Также у нас будет и световое шоу. В общем-то, в Николаевской области есть все шансы выиграть Чисто Фест в 2017 году и стать первыми победителями в Украине. Да, действительно, очень насыщенная программа. Я, наверное, упустила где-то момент, когда же будет все-таки уборка идти. Уборка будет 29 апреля, в этот же день. В этот же день. Да, только если фестиваль начинается с часу с двух, то уборка по акции «Зробимо Україну чистою разом» в Николаївській області начнется с 10 утра. Каждый населенный пункт будет убирать свою местность, а центральную локацию также будут убирать с 10 утра на пляже «Намыв». Там будет, кроме уборки, также и развлекательная программа, и розыгрыши в виде конкурсов, и также все волонтеры, которые захотят, и просто граждане города, они также будут считаться волонтерами, которые придут на уборку, на «Намыв». Будет розыгрыш по номеркам, и с этими номерками они приходят на наш Чисто Фест с двух часов, и будет у нас розыгрыш на самые классные призы, это как на абонементы в фитнес-клубы, в спортивные клубы, еще также различные, в различные рестораны, в театры, там, кино. То есть это действительно очень интересно будет. В общем, ничего на 29 апреля не планируете? Конечно, все к нам. Да? Еще такой вопрос. Кто может взять участие и вообще есть ли какая-то регистрация, может, как зарегистрироваться? На самом деле уже команда волонтеров и команда организаторов на Чисто Фест уже собрана, но... Я так скажу, то, что любой житель города, любой житель нашей Николаевской области может зарегистрироваться в нашей официальной группе «Чисто Фест Миколаїв». У нас есть специальные Google формы, которые мы создали в нашей группе, есть ссылки на эти Google формы. Они заходят, заполняют заявку, и в этот же день буквально там пройдет час, два, три, и мы уже свяжемся с человеком, который захотел помочь нам с фестивалем, внедрим его уже в саму работу и дадим ему уже задание. Вот, кстати, о задании. Вот люди, которые захотят приехать, захотят помочь, убрать, нужно с собой что-то брать или все есть? Я скажу то, что на Чисто Фест с собой ничего брать не надо, так как всем волонтерам наши партнеры PepsiCo будут предоставлять там водичку, там что-то немного перекусить, то есть это все будет. А кто захочет, у нас все равно будет мини-фестиваль еды, и именно для наших волонтеров, для организаторской группы, там чай, кофе
Я думаю, ну, это я будет, так да, думаю, это... инвентарь тоже будет. Инвентарь это будет на акции «Зробимо Украину чистою разом». Те, кто придут на намыв, да, то там все пакеты, перчатки, это все будет предоставлено организаторами. Какие главные цели вы поставили для себя, когда вот стали координатором? На самом деле, когда я стал координатором, для меня это был шок, потому что я вот уже, к примеру, 8 лет в театральной деятельности, 3 года в общей деятельности культуры, вот нашему клубу «Феникс» всеукраинскому будет 3 года. И когда я пришел в экологию, мне предложили стать координатором областным Чистофеста, то я думал, как, я не знаю, почему, потому что, ну, я с экологией, на самом деле, никогда раньше дела не имел. Но я прекрасно сел, разобрался, в чем заключаются цели этого фестиваля и как его организовывали в предыдущих годах и просто другие области, также центральная область, это Киевская область. Я посмотрел, и я понимаю то, что это как раз наше, потому что с помощью культуры мы можем помочь экологии, мы можем помочь нашей Украине, помочь нашим гражданам понять, насколько мы просто действительно должны открыть глаза и увидеть то, что Украина должна быть чистой, то, что мы не хотим ездить, извините, за границы на какие-то там чистейшие моря, а давайте сделаем Украину чистой, давайте сделаем наши пляжи чистыми и будем отдыхать на нашей родной земле, на нашей родине. Да, конечно же. И скажите, пожалуйста, раз уже команда собрана, сколько людей работают сейчас над этим всеукраинским фестивалем именно у нас в Николаевской области? В Николаевской области сейчас работают 25 человек. Вот я 26-й. У нас есть 5 координаторов по направлениям. Это и направление по сцене. Это, к примеру, человек, который нашел нам сцену, который нашел нам звук, свет и все остальное. Это раз. Потом направление по поиску участников. Так как программа у нас будет 3,5 часа, и мы прекрасно понимаем, это как минимум должно быть 35-40 концертных номеров. Если хотя бы по одному от каждого выступающего или коллектива. То есть, ну вот это как раз должно быть 35-40 концертных номеров. Дальше. Это эко-патруль. Так как у нас должны стоять люди на фестивале, которые будут смотреть за отдыхающими, чтобы они там случайно не бросили бумажку какую-то. Если, к примеру, будет такая ситуация, то наши участники эко-патруля должны будут подойти к человеку и сказать, вот вы бросили сегодня, мы хотим доказать то, что мы должны хранить окружающую среду и должны понимать, мы должны вас научить ответственности к нашей природе, научить ответственно к ней относиться. То если человек, к примеру, даже не поднимает, то у нас ничего стыдного не будет такого. Наш эко-патруль подошел, поднял и выбросил в мусор. Так как я считаю, то, что так может делать любой человек. И тогда действительно Украина станет чище. И лучше не один день. Да, да, также потом у нас будет направление по мастер-классам. У нас отвечают девочки. Отдельно мастер-класс направление и отдельно это будут ярмарки. Также... И последнее, это было у нас направление по поиску спонсоров, наших партнеров. И, кстати, еще забыл сказать насчет нашей программы. У нас будут где-то с часов двух стоять брендовые салоны красоты, и каждый час для наших прекрасных девушек буду делать что-то прекрасное с их прическами в весеннем стиле, и будут они ходить потом по сцене, по нашему подиуму. И люди, которые выберут лучшую девушку, лучшую прическу, она тоже будет получать небольшой приз от наших партнеров. А будет ли какая-то пресс-конференция? Вот, да, действительно. Я хочу, кстати, пригласить всех николаевцев, всех активистов и также всех журналистов. Мы хотим пригласить 19 апреля в 14:00 в большой зал библиотеки имени Гмырева. Она находится возле кинотеатра «Родины». Там пройдет как раз конференция, которая будет именно по Чистофесту 2017. Спасибо вам большое, что вы сегодня пришли в нашу студию, что раскрыли эту довольно-таки интересную тему, пригласили всех зрителей. Я надеюсь, что наши зрители тоже к этому фестивалю присоединятся. И, пожалуйста, слоган ваш. Я, наверное, скажу единственное, это наш девиз нашей организации. Нехай небо буде мирним, а Україна чистою. Let's do it, Ukraine. Об'єднані екомрією. Дякую. Дякую вам.